Здравствуйте! С вами команда «Кинолёт». Мы расскажем о том, как съемка с высоты может быть использована в строительстве и недвижимости. Фотографии с высоты – простой и эффективный способ показать инвесторам и клиентам как всю строительную площадку, так и отдельные ее участки. Такие фотографии помогут показать не только сам объект, но и окружающее его пространство. Вы можете использовать эти снимки для рекламных буклетов, отчетов или разместить их на сайте компании. Они всегда будут привлекать внимание. Все чаще на сайтах компаний, занимающихся строительством, реализацией и эксплуатацией различной недвижимости, можно увидеть панорамы. Панорама представляет собой одну большую сферическую фотографию, которую можно поворачивать во все стороны, приближая любые объекты. На панораме хорошо видно и объект строительства, и окружающую его инфраструктуру – дороги, леса и реки. Из нескольких панорам можно собрать виртуальный тур. Нажав на метку, вы увидите панораму из этой точки съемки. Оборудование компании «Кинолёт» позволяет получить полную сферическую панораму, включая области непосредственно над и под летающей камерой. На панораме можно разместить любые комментарии и фотографии. Вы можете показать, какие дома продаются, где расположены объекты инфраструктуры и места для отдыха. Выполняя периодическую съемку одного объекта, можно создать дневник строительства. Ваши клиенты и инвесторы будут рады видеть, как растет дом или промышленное сооружение и на каком этапе сейчас находится строительство. Для дневника можно снимать панорамы, видео или фото. При помощи аэровидеосъемки можно создать настоящую видеоэкскурсию. Вы покажете будущим покупателям все достоинства коттеджного поселка или нового квартала. Поможете им получить полное представление о месте, где они будут жить. Такое видео можно использовать не только для размещения на сайте компании или в презентации, но и при утверждении в градостроительном комитете. Сегодня «Кинолёт» имеет возможность съемки не только статических фотопанорам, но и видеопанорам или видео 360 градусов. При просмотре ролика, снятого таким способом, можно в любой момент посмотреть в любую сторону, просто двигая курсором мыши, а также увеличить или уменьшить изображение. В видеопанорамы можно также добавлять метки и комментарии, комбинировать наземную съемку и съемку с высоты. Такие панорамы легко встраиваются в сайт, поскольку используют технологию HTML. Созданные видеопанорамы можно просматривать в том числе с помощью шлема виртуальной реальности Oculus Rift. Простым поворотом головы зритель может изменить направление взгляда и оглядеться вокруг. Так вы сможете наглядно показать клиенту, где он будет жить, если купит коттедж в вашем поселке или приедет отдыхать в ваш отель. Вариантов использования аэросъемки действительно много. Мы можем предложить вам решение для любых задач. Обращайтесь! «Кинолёт» всегда рад помочь вашему бизнесу.